И, естественно, этот мальчик будет у меня с той изюминкой, которая присутствует во всех моих куклах. Это оттопыренные уши. Потому что я считаю, что это нереально мило, и мне очень нравится этот нюанс. Ну а вы ставьте лайки, если видео вам было полезным, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Также заходите в мою группу ВКонтакте, профиль в Инстаграме. Все активные ссылочки на свои соцсети я оставлю внизу в описании под этим видео. И если вас интересует дальнейшая судьба этой головы, как все-таки она будет выглядеть в итоге, то обо всем об этом я буду рассказывать в своей группе ВКонтакте, либо в профиле в Инстаграме. Огромное спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока-пока!